Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Tadya Pad Pankajo Panjarande Adaibo Vishatu Maname Rajahamsa Pran Prayan Samai Kafabhatu Pitvai Kantavarudhanam Vidho Bhajanam Kutoste Bhajanam Kutoste Krishna Tadya Pad Pankajo Panjarante Adaiva Manome Vishatu Manasarajahamsa Pran Prayan Samai Kafabhatu Pitvai Kantavarudhanam Vidho Bhajanam Kutoste Bhajanam Kutoste Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы находимся в этом мире всего лишь на несколько дней. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы в этом мире находимся всего лишь несколько дней, у нас не должно быть никаких привязанностей к этому миру. Это приносит проблемы. В прошлый раз я говорил, что Шрила Прабхупада, он сказал, что освободиться от истории и аллегории, от ложной философии, это называется Харибаджана. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что освободиться от влияния истории и аллегории, это и называется настоящий Харибаджан. This flowing history, you see, вот этот our поток human life, наших воспоминаний о нашей жизни, все эти привязанности, все воспоминания о том, что случалось везде в этом материальном мире. И вот это все случается, и наша жизнь тоже. Тоже история нашей жизни. И вот аллегория, что значит? Kind of program, вот здесь много планов на будущее. Ложные идеи входят в наш ум. Ложные желания. Это называется аллегория. То есть какой-то мысли на пустом месте. History and allegory is called actual Harivajan. Вот чтобы избавиться от влияния этой истории аллегории, это и зовется настоящим баджаном. Point is that. Вот суть в том. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал. That there is a big gulf between this material world and transcendental world. Большая пропасть между трансцендентным и материальным миром. That gulf is red in color. Эта пропасть, она красного цвета, что это олицетворяет? Это олицетворяет телесную концепцию жизни. So if we are confined with this material, ну, наш ум находится в пределах этого материального мира, занят этими дешевыми мыслями, то мы никогда не сможем достичь Голока Вриндавана. Это невозможно. Это первое. Джива Госвами Пад, на день его Рагануга Бхаджан Сам, I was touching about Паракия Сакия. I can когда я говорил про него, я говорил про Паракию Сакию. Но so many instructions there in Bhagavatam, whole, starting from first canto, first slope. Yanma dasya to anmeya itarascha de savigya sarato
Тене брахма хридаю ади кавею мджанти ят сурою. Тею вари видам яса винимео. Тисар вахам риса. Дхамна астена нирасту кухам сатьям парам дхимай. Absolute truth. If you want to если вы хотите touch that absolute truth, соприкоснуться с абсолютной истиной, вы должны up to that level. Сами возвыситься до этого уровня. My life is false. Моя жизнь, она my thinking or everything false. Ложна, моя душа думаю, но everything тоже false. Ложно, все ложное, что находится no baseless, actually. Здесь нет, не имеет then реального основания touch that absolute под собой. Truth. Ну, и как же можем достичь той абсолютной истины. Absolute truth, и вот абсолютная истина, truth, чтобы как-то truth, утвердиться в связи с этой абсолютной истиной, вначале вы должны возвыситься до того уровня. Мы говорим об абсолютной истине. Apparent truth and absolute truth. Есть абсолютная истина, есть такая. Кажущийся. Apparent truth, you know. Apparent truth, you know. Как по-русски? All these happenings here, everywhere. То есть, ну, то, что, ну, it's all apparent truth, not actual. То есть не настоящее, что-то ложное, иллюзорное. If you are really interested about вот, that absolute если вы по-настоящему заинтересованы в этой then, абсолютной истине, в абсолюте, то тогда by the bliss of Guru Vaishnava, по if you are sincere, милости Гуру Вайшнава, если вы достаточно искренне, то сегодня или завтра вы сможете соприкоснуться с ней. Big problem. All these common people in this society, вот, люди, простые люди, they cannot understand anything about Bhagavan Sri Krishna. Они не могут ничего понять о Бхагаване Шри Кришне. They are less interested about Krishna. Они не заинтересованы в Кришне. They don't like to understand anything about Krishna. Не заинтересованы. Even those who are preserved devotees, common devotees, I mean. В тех вещах, которые как-то связаны с Кришной. Даже преданные, которые еще не утвердились на пути преданного служения, наша вера, она должна быть крепкая, зрелая вера. А вот Адау Шрадха, вот я говорил про эту шлоку, я хочу ее объяснить более глубоко. So Shraddha must be paka. И вот наша Шрадха, вера должна быть совершенна, она должна быть твердой. 100% То есть есть такая ложная вера, средняя вера и настоящая вера. Shraddha и вот в читании Чайтамрити говорится. Кришне бхакти койле сарвакрамакита. It is written. Shraddha means 100% belief that вера, if I do Krishna что если я совершаю Кришна Бхаджан, я обрету все. No dissatisfaction никакого неудовлетворения не должно быть у нас. If I can do Krishna Bhajan, если я буду совершать Кришна Бхаджан, все мои обязанности, все исполнится автоматически. Деварси бхутатманинам питтинам наям ринича раяно сарватмано. This slogan I told that day. So Narad ji speaking, Нарада говорит, you think you have so many duties in your society, думаете, что у вас так много обязанностей in your family в вашем life, обществе, в вашей life. Жизни. But actually you have no duty. Но так или иначе у вас нет обязанностей. You have only duty. The only duty. Есть единственная обязанность. Duty, это единственный долг. Это совершать Кришна Бхаджан. И единственная обязанность настоящего успешного ачарьи. Я много раз говорил об этом. The only duty, что единственный долг, единственная обязанность успешного ачарьи это защищать Сиддханта Вани. The то есть защищать наше наследие. Защищать наше учение, никакой другой обязанности у него нет. Если Сиддханта Вани, они защищены надежно, то мы тоже защищены. Если наша Сиддханта она защищена, то мы сможем защитить нашу сампрадаю и все прочее. Не нужно отдельно защищать все по отдельности, это автоматически, если Сиддханта Вани, они надежно защищены.
защищены, если можете следовать Шри Прабхупаде, Шри Бхактивинода Тхакура полностью, без отклонений. Мы не заинтересованы в чем-то личном мнении. We like to follow Prabhupada, мы хотим следовать Шри Прабхупаде, Шри Бхактивинода Тхакура полностью. That is our duty. Это наша обязанность. And the duty of Guru Bhargava to give me power. Долг, обязанность Guru Bhargava дать нам силу, чтобы мы могли следовать. Но искренность должна быть в начале всего. Many people ну, и вот, in the society, they are less людей, interested about Krishna. They are passing on dirty remarks about Krishna. Ну, говорят всякую ересь о Кришне. And those who are coming in bhajan, they don't know what to do. Приходят на путь баджан, они не знают, что делать, как совершать баджан должным образом. Но в Бхагаватам, в 11-й песне описывается в начале всего. Sarva eva mano nigraha lakshananta. Any bhajan in any mark. Any bhajan mean? И согласно Гите, на йога-марге, гена-марге, куда бы вы ни шли, if you go. Bhakti-марг, first of all, it is written there in Bhagavatam. Bhagavatam говорится, Удав, be sure. Удав, будь уверен. Sarva-eva mano-nigraha-lakshananta. First of all authentic scripture first advised me to get control over your whimsical attitude, mind. Писания они прежде всего говорят нам, что нужно обуздать наш ум. То есть это первая наша обязанность, это контролировать наш ум. Arjun speaking to Krishna. Arjun говорит Кришне. It is quite impossible. Это невозможно обрести контроль над вашему уму подобен, подобен ветру, как можно защитить, ну, защититься от ветра, ветер, куда хочешь, туда иду, так и ум. И Кришна Бхагаван говорит, да, ты прав. Ум, он очень, очень беспокоен. Каждую часть секунды ум может во Францию, в Италию, там, в любую другую страну ну, переместиться. То есть ум, он быстрее, быстрее скорости света, он перемещается моментально по любым местам. И вот как же его контролировать? Наш ум разбросан по разным местам. We have some sort of attachment, and our mind going here, there, different. So we'll have to collect all mind. По разным местам мы должны собрать его. Different, and as you channelize it properly. И устремить в какое-то определенное направление. That is first duty. Это наша обязанность. И вот в этой шлоке говорится, что это наше, что Кришна говорит, да, ум очень беспокоен и практически невозможно обуздать его. Но есть одно но. Абхясено ту кантия вайрагьяна чагрихати. Абхясено ту кантия вайрагьяна чагрихати. Go on practicing. И вот совершайте абьяс. Абхясено ту кантия вайрагьяна чагрихати. Today or tomorrow, you are going to come out снова и снова, и сегодня или завтра вы станете успешными, вы сможете его обуздать. Here, the vital point. И очень важно в этом стихе, that abhyas job should be done under the guidance of one sadguru. Что это абьяс йога, она должна совершаться под руководством садгуру. Поскольку наши личные усилия, они ну, бесполезны, это очень такое секретное. То есть это правильно, но это абьяс йога, наша практика, она должна совершаться под руководством, точным руководством точного настоящего садгуру, практикующего ачарья. This way, today or и вот так сегодня или завтра мы сможем стать успешными. Нет проблем в этом, поскольку наша Гурварга нам благословляет нас всегда, и мы можем стать успешными. И вот сейчас common people, they express doubts about Krishna. What Krishna doing? What is that?
То есть люди, многие сомневаются в Кришне, что он делает какие-то бесполезные вещи, даже сейчас, если вы отправитесь в Южную Индию, те люди совершенно не заинтересованы в Кришне. No character, nothing. То есть они думают, что какой-то бесхарактерный персонаж. Даже Шрила Прабхупад говорит, в Южной Индии, даже в сегодняшнее время, они не знают абсолютно ничего о Кришна-таттве. Максимум, куда они могут подняться, это до Нарайны, и все. Больше для них невозможно представить, что есть что-то выше, чем Нарайн. Нарайн, Лакшми Деви, и все. А что делает Кришна, для них это за пределами их воображения. Big problem. И вот такова проблема. A pracharak who is going to preach. Прачарак, тот, кто проповедует, если он сам не утвердился в этой татве, как он может проповедовать? What do you mean by preaching? Что значит проповедь? What do you mean by preaching? Preaching doesn't mean some dry philosophy. Не значит какая-то сухая философия, то есть просто какие-то слова, что можно что-то рассказать, но кто будет слушать? Who? Dry philosophy? We are less interested. And in any utsav, you can go to anywhere. Some dry philosophy, some prasadam, nice prasadam. Ha ha ha. That's finished. То есть можно видеть на каких-то праздниках какие-то там что-то говорят, чем-то угощают, и на этом все кончается. Но Бхактивинода Тхакур, он дал прекрасное определение. В Гите я могу показать. Не сейчас, но цель любого духовного мероприятия, если вы идете на какой-то уцав, неважно куда, в вашем обществе или в соседнем, какова же наивысшая цель проведения этого уцава, какого блага вы получите от этого? Приняли прасад, послушали то, что там говорят, и какое же благо от этого обретается? Вы думаете об этом? Вы идете, но время what you get, тратить, а что получаете от этого, какое же благо обретается. И вот об этом вы должны думать каждый день, каждую секунду, и тогда вы сможете стать настоящим садху. Иначе нет, я не могу обманывать вас. Second, есть каждую цель секунды вы должны думать снова и снова. Совершаю ли я ошибки, какие-то оскорбления? Every time you have to calculate. Вы всегда должны считать, думать. Then you can. И тогда вы сможете. Every step, a pure devotee, every step is pure. Чистый преданный, он чист во всех. From determination, every step is putting. You know where I am putting leg. Он знает, куда идти и что делать. Осознает все. И вот проповедник, прочарок, читание читамрити говорится, и вы должны следовать. Scrutiny. Under the guidance of a pure devotee, tattvavid. И под руководством чистого преданного таттвавида, что кто видит истину, вы должны следовать очень осторожно, внимательно. Кришна бхакти бина нахи бхакти повартам. If there is no Krishna ki Krishna bhakti. Then what you can preach? То есть если у вас нет сердца Кришна Бхакти, то что вы можете проповедовать? Кришна Дас Кавирадж говорит о том, что у вас, если у вас нет Кришна Бхакти, что вы можете проповедовать, что вы можете раздать людям? If you have Krishna Bhakti, Krishna Bhakti bina nahi, Krishna Bhakti bina nahi, Bhakti Pavartan. Bhakti Pavartan means? Bhakti Pavartan значит, что успешный ачарья может Bhakti Beach inside you. Вложить darshan, семя преданности в ваше сердце своим даршаном, своим речью, своим
характерным поведением, вы никогда не сможете забыть его. Если вы посмотрите на настоящего чистого преданного, то в своем сердце, в вашем сердце что-то произойдет, сердце скажет, что я никогда не видел раньше ничего подобного. И такое впечатление будет в вашем сердце. Это есть настоящая проповедь. Чила Прабхупад проповедовал, ездил по разным местам, но если кто-то во всем мире хотя бы однажды увидел Чилу Прабхупаду, он не мог никогда забыть его, его взглядом, его речью. Бесконечно, навсегда запоминали Чилу Прабхупаду, поскольку Даршана Чилу Прабхупаду, он останется с дживой навсегда. Если дживо потеряет тело, то есть это не проблема, но навсегда останется. То есть никто не может забыть Шрилу Прабхупаду. Я спросил Шрилу Санта Госвами Махараджу, что мы никогда не видели Шрилу Прабхупаду, только вот его фотографии. Ну и спросили Шрилу Санта Махараджу, кто такой Шрилу Прабхупаду, как выглядел, как, ну, то есть все. Шрилу Санта Госвами Махараджу, он приводил пример. О, мой сын, смотри. Если ты видишь, если есть прекрасная девушка, девушка здесь, вот. И вот если вы найдете самую прекрасную во всем мире, и если вы рядом будет Шрила Прабхупада, то никто не может смотреть на эту женщину, не все будут смотреть на Шрилу Прабхупаду. То есть это не вот такой уникальный пример. You have chance to look any ladies, but you have no chance. You cannot see. Может там посмотреть на какую-то девушку, но если будет рядом Шрила Прабхупада, вы ее не заметите даже. Нет, Шрила Прабхупада настолько прекрасен, он настолько уникален, то есть вы будете смотреть только на Шрилу Прабхупаду. Какая сила из него исходит, какое сияние, какое могущество, некие сияние, он сияет подобно сиянию Брама. И вот, такой ачарья, он может дать вам силу продвигаться на пути Рагануга Баджана. И вот, чтобы сделать основание, я должен говорить нечто основное, начальное. Начало Сакхья Паракхи я могу обсудить. И смотрите, этот мир, я много раз говорил, это... Скажу на отражение того трансцендентного мира. И вот, что находится там, в том трансцендентном мире? Здесь это просто противоположность. Что я хочу сказать? И вот много раз я хотел объяснить это, что это Мадхураса, Паракхия Бхав, Мадхура Сабдхи, она превосходна в том, как в этом мире, но это раз в этом материальном мире, она как бы не уважается. Шрила Рупа Госвами Пад говорит, что все хотят плевать на нее, но... Рупа Госвами Пад говорит так. Очень уникальный способ. То есть Рупа Госвами, он объясняет это так. Actually, point is there. I can give one example. Я могу дать такой пример. See, actually, смотрите. One, if you see, one tree is there. Если вы just at the bank of a lake. Видите, дерево на берегу. Like the tree. Озеро. So that tree you can see. И вот это дерево, если вы посмотрите, в озере отражается наоборот. And follow. То есть понимаете, то есть именно искажено отражение, но если вы увидите, root is just attached. Будете смотреть, что корень. Root is there, но and the head is down and down. Снизу корень сверху, то есть корень сверху, а similar example, крона дерева снизу. И вот такой же пример Рупа Госвами Пад говорит, что я не манипулирую ничем.
Вот Рупа Госвами Бхат такими словами говорит. Джадабади мама мано, джадабади, джадабади, you know Sanskrit? Вы знаете санскрит? Джадабади мама мано, джадабади мама мано, Кришна пада, рабинда нава нава раса, дьяма ранту масит. Джадабади мана мамо, Кришна пада, рабинда нава нава раса, дьяма ранту масит. Тадабади бату, нари санга мес марджамани, сушту нисчиваланчо мук викар бхавати, катту. Рупа Госвами was speaking, I am not speaking. This way. Jadavadi, mane, the time from when I started thinking about Krishna. И вот время, с которого я начал думать о Кришне, я осознал. From then, и вот с того конкретного времени я не могу думать ни о чем другом. I feel hate. Не. Krishna is so supreme, so nice. Я чувствую, что Кришна настолько великолепен, настолько прекрасен. Chaitanya Mahaprabhu himself, Krishna. Даже сам Шри Чайтанья Махапрабху, он about Krishna, his beauty, his lila. Still, after long discussion, и вот так или иначе, спустя долгое-долгое время, Махапрабху говорит: о Рупа, я не могу объяснить полностью о Кришне, это невозможно для меня. Just to indicate, и чтобы just to give you a test, open your mouth, просто дать тебе некое представление, ну, какой-то вкус Кришны, я хочу дать тебе мельчайшую частичку. Krishna is the ocean of Krishna rasa. Это океан красоты, океан расы. В Упанишадах описывается. Расо эвахи аям. Эвахи. Affirmative. Is ras. Is the full of ras. Source это of all ras. Кришна он источник всех рас. В Упанишадах говорится, что Кришна. Maybe is a jara rasa. Maybe is a prakita rasa. It matters little. Any rasa. Directly or indirectly, annai bhati reka bhyam. Directly or indirectly, all rasa coming from Krishna. Krishna is Krishna's full goodness. Krishna это источник всех рас. Это Кришна источник всего. С какого бы угла вы не смотрели, Кришна. In sweet ball, rasagulla. Это он. If I со всех сторон прекрасен. If I take into my mouth, it's up, down, right, left, anywhere I cut. С какой бы стороны я ее не укусил, она везде сладкая. So regarding rasa tattva, I'm joking, actually. Regarding rasa tattva, you must understand this point. Вы должны понять. Очень важное. Раса. Раса. The matter rasa. Раса. Who is going to take the rasa? Eh? Кто and the object of rasa. Вкушает эту расу, наслаждается расой и объект и object of rasa. И сама раса. То есть объект расы и раса. And asadak in Sanskrit. Who is going to get the test of Krishna? То есть кто? Вкус Кришны вкушает. То есть раса должна быть. То есть объект расы, то есть объект, которым наслаждаются. И кто источник этого наслаждения? И это все три должны находиться на одной платформе. Я не хочу обманывать вас. Эти три вещи внутри объекта должны быть на одной платформе, иначе вы упадете. Not my judgment. Это не мое суждение. Oh, Siddhanta. Это Siddhanta. Nice Siddhanta. These three things, I mean, should be one platform. Объекты должны быть на одной платформе. Если кто-то немножко ниже или выше, то не получится. Все должно быть на одном уровне. Раса. То есть кто-то наслаждается этой расой, получает вкус этой расы и объект этого вкуса. Они все должны быть first, на одной платформе. Siddhanta. То есть это первый Siddhanta. Up, down, если чуть выше или ниже, то
then you can come происходит падение, и вот тогда вы можете стать успешным. What you can hate in this material background, ненавидите в этом материальном мире, that is more and more excellent in this transcendental world. А в том трансцендентном мире оно превосходно, поскольку в том трансцендентном мире единственный герой, единственный верховный и единственный – это Кришна, верховная личность Бога. А в этом материальном мире так много, но наслаждающихся так много, но этих героев, они хотят наслаждаться друг другом. So I started with this point. И вот поэтому я начал с этого, чтобы. An allegory is called Haribhajan. И вот я начал с того, что. Long time, weeks after week, then you can understand. Избавимся от истории от аллегории. Аллегория это есть настоящий Харибаджан. So follow what I say. И понимаете, что я говорю? What I say, you follow. So you see, и вот смотрите, Шукадев Госвами говорит Бхагаватам. И вот согласно Гауди Сиддханте Махапрабху говорит, что же сам, вам не нужно бегать туда или сюда. Вся наша Гурварга говорит, что не нужно бегать там туда-сюда, чтобы получить расататву или еще что-то, вы глупые, зачем вы это делаете? Гурварга дала нам все. If you like to get если вы хотите обрести полное руководство, then you must follow вы должны следовать сочетанию Махапрабху, его жизни, учению полностью под руководством настоящего садгуру. Вы обретете все. То есть, если мы пойдем в какое-то другое место, мы будем обмануты. И вот если вы будете следовать жизни читания Махапрабху, вы обретете все. И вот первое наставление. Первое наставление, данное им. И вот Писание говорит, что будьте осторожны. If you have attachment если to вы привязаны к этому материальному миру, Кришна, он очень далеко от вас. And one instruction very vital, Prabhupada told, who can act as bona fide guru, acharya? Прабхупада сказал очень важную вещь, кто может быть гуру, настоящим ачарьем. И вот он говорит, то есть, ну, многие никогда не слышали то, что говорит Гурварга. У меня ничего нет, я просто все повторяю их слова. И вот там описывается. Шрила Прабхупада говорит, будете чувствовать некое, увидите настоящего садгуру, вы почувствуете некий шактивеш, то есть какой-то радиация, ну, не знаю, как это по-русски сказать. В общем, от него исходит какая-то энергия, которая влияет на вас. Какая-то часть Кришна Шакти, они могут быть Шакти Веша Аватара. Они все наделены силой Кришны, они все благословлены. И вот Кришна может сделать все. И вот если вы найдете, что ваш Гурудев, он полон, всегда полон блаженства, если вы посмотрите на Гурудева, вы посмотрите, что он необычный человек. То есть у него нечто уникальное есть. He is always in meditation. В некой медитации пребывает. Speaking with me, speaking with anybody, doing anything, but he is, you know, always thinking, always deep thinking inside. Так или иначе, всегда думает о Кришне внутри себя. Because Gurudev, we see. Поскольку Гурудев и видели. He is a human being. We see. Он человек. He is a man. We see, like us.
Ну, то есть, они думают, что Гурудев такой же, как и мы. Это не то. Но Гуру-таттва, если вы неправильно понимаете, если вы неправильно понимаете Гуру-таттву и не осознаете значение Гуру, вы не сможете стать успешными. Вы должны осознать Гуру-таттву всем сердцем, кто есть Гуру. Если у вас есть возможность увидеть Шрилу Бхакти Прамода Гурудева Госвами Махараджа, если у вас был шанс увидеть Шрилу Шанта Госвами Махараджа, вы увидите, что они полностью погружены в размышления о Кришне. То есть они всегда в медитации находятся, иначе как они могут обсуждать эту превосходную высочайшую расу? И вот чтобы достичь уровня, надо стать достойным, чтобы обсуждать эту расу. И как это происходит? То есть это из Чайтаньи Чаритамриты. Там в Чайтаньи Чаритамрите Махапрабху говорит. Мор мон саннипати саппите коре моти дурдойба байдьо надаяк бинду. Бенгали. Repeatedly I request you to learn Bengali. И вот я опять прошу вас изучать Бенгали. Но не все могут. И вот из Чайтаньи Махапрабху говорит. Саппите коре моти, дуддойва байддо надаяк бинду. I like to drink all rasa. Я хочу пить всю расу. Но я неудачлив. Дуддойва байддо. Это дурдайва. Дуддойва байддо. Дурдайва, значит, дурная судьба. Мы неудачливы. Кришна не дал нам всю эту расу. Even Krishna can give me one drop of rasa. Кришна мог бы дать даже каплю расы. I can feel myself flowing into. И мне этого будет достаточно. Many times I speak this slow. Много раз говорил. The sankirtan yoga. If you go on doing sankirtan. Что если мы совершаем санкиртан-ягью, то в скором времени мы обнаружим, что раса явилась в нашем сердце. Пранам дукша шаманам тангнамами харим парам. After whole Bhagavatam is over. После того как Бхагаватам кончил, Сукадев Госвами он завершил говорить. Нам санкиртанам ясо сарва пап пранасанам пранам дукша шаманам тангнамами харим парам. Он произнес эту шлоку, что Кришна Санкиртан, он может освободить нас от всех проблем, от всех недостатков и разрушить все грехи, все оскорбления, все какие-то недостатки. И вы сможете обрести все через Санкиртан. И вот Чайтанья Махапрабху много раз говорил. Нама Санкиртанам Калу Парамупай. Рамананда Махапрабху говорит из класса. Рамананда и Махапрабху не обсуждали. Рам нама санкиртан калоу. Махапрабху сказал, что калоу мин ин кали-юга. В калоу, калоу вот, в эту, кали-югу на санскрите. Вот седьмое какое окончание. Калоу парамупай. Кишане, кибхажане, кимба жагаране, ахарниша чинта Кришна балахо бадане. Махапрабху speaking. In Chaitanya Charitamrita. Giving advice. Hey, all the time, uninterrupted way, go on chanting Krishna Nam. То есть всегда спите вы или едите, всегда харинаму творите. Без перерывов. То есть спите вы, либо едите. Кишване кибхажане кимба жагаране, ахарниша чинта Кришна балахо бадане.
Non-stop. Не, беспрерывно совершайте Кришнанам. И тогда вы обнаружите, что Кришнанам он подобен бесконечному потоку. Он является вашим сердцем, и никаких материальных желаний, ничего остального не будет. И тогда будьте уверены, что вы продвигаетесь вверх и вверх. И вот Чайтанья Чаритамрите. Total instruction about how to step into Raganuga. Как you can give very nicely. Как войти в, на путь Рагануга Баджана и все госвами. So many ganjas, huh? But Chaitanya Mahaprabhu writing Sikkhastha, 8 sloka. То есть все госвами они написали много писаний, но Махапрабху дал только Шикшаштаку, всего лишь 8 шлок. Но эти 8 шлок – это объяснение всех писаний госвами. I can throw you. Now you can know how to swim. To swim. If you can. Very. Now point is that Parikshit Maharaj is not a material person. Суть в том, что Парикшит Махарадж он не какой-то простой человек. Парикшит Махараджи в Бхагаватам говорится. Ешо Махабхагавата. Ес Махабхагавата. Что он Махабхагавата? What all other symptoms of Mahabhagavat? И какие же другие признаки Махабхагавата есть? So how you can say? Как можно сказать, что Парикшит Махарадж сомневается в Кришне? Аптокам жодаботи хикатавану бой джигупситам. Вот в этой шлоке. We heard Krishna is self-satisfied. Мы слышали, что Кришна самоудовлетворен, но почему Кришна занимается какими-то непристойными делами? Санстапанайо дхармасья, прасамайо итарасача, аватарнахи бхагаван харирисвара. Са катам дхармо сетунам бхактя картави ракшита патим ачарат брахман парадарабхи маршанам. That is the main question of Parikshit Maharaj. If you can understand and realize from heart, then there's no problem. If you поймете и осознаете, то у вас не будет никаких проблем на Рагануга Баджана. Вам дадут зеленый сигнал. Red signal, stop! Don't go. Now we have red signal in front of us. То есть на сейчас нам как бы запрещено туда идти. So you see, либо нужно подождать, но если мы это осознаем, то может быть продвигаться. То есть это его сомнение, но не настоящее сомнение. В Бхагаватам много татвы и сиддханты. Жизнь очень ограничена во всю мою жизнь. Если я буду жить сотню лет, я не смогу объяснить все это. Жизнь очень коротка. И вот на этот период я могу... conception of Bhagavatam. Bhagavatam объяснить. То есть это очень глубоко. And Chaitanya Mahaprabhu approved this point. Chaitanya Mahaprabhu одобрил. Pramana mamalam prema pumartam mahana sri Chaitanya Mahaprabhu matam idam tatadaranaparaha naaparaha. We are less interested about other things. То есть мы не заинтересованы в каких-то других вещах. Махапрабху сказал нам, смотрите, Бхагаватам, и в Бхагаватам вы можете обрести все. А мы, гаудеи, мы можем более конкретно можем обрести все из читания Чайтамриты. Махапрабху прав, что Бхагаватам... Прамана мамалам. Пима пумартам махам. You can get love, что в Бхагаватам есть абсолютно все. Бхагаватам вы должны слушать Махабхагавата, поскольку то сам не является Бхагаватом. Бхакта-Бхагават может объяснить Гранда Бхагаватам. И также много категорий. Second step, third step. То есть много разных уровней Бхагавата. Но разные категории преданных.
All Bhagavats not same. Градации все Бхагаваты, они различаются немного. В Бхагаватам очень interesting. Много интересных. Really? Интересных. So, и, соответственно, про тех, кто Бхагаваты тоже. И вот Чайтанья Махапрабху сказал, что сам Кришна, что можно обрести все из Бхагавата. Вы можете обрести Кришну прему, Гопи прему, everything from Srimad Bhagavatam. Из Шримад Бхагаватам. Татрадхара напра. And we are listening to the Bhagavatam. So now, question is there. И вот вопрос в том, Парикхит Махарадж, он Махабхагават. We have no doubt about it. Нет никаких сомнений. Many bad explanation. И много going there in market. Why somebody is explaining? Парикхит Махарадж, Коли touching Парикхит Махарадж. Спрашивает, почему? So Парикхит Махарадж making this mistake. Ну, повлияло на Парикхит Махараджа, и Парикхит Махарадж он совершил ошибку, что повесил на шею муни мертвую змею. Это мукут was there, crown. Кали повлияло на него. Почему? Поскольку у него была корона из золота, а в золоте, как известно, золото, в золоте кали пребывает. Ну, это глупо. Как можно сказать так? Как можно подумать об этом? If Parikshit Maharaj is Mahabhagavat, how I can speak like that, that Maya can touch him? Maya может его как-то повлиять на него. No, это просто глупо. Crown is there, so what? Корона же вроде как, кали там, ну, вроде корона есть, но в чем проблема? Кто дал эту корону Юдхиштхира Махараджу? Who gave this golden crown? Кто дал эту корону? At the time of Abhishek. Во время Абхишеки. Krishna Bhagavan giving this crown on the head of Yudhishthira Maharaj. Krishna himself giving. So what Krishna giving? Сам Кришна дал эту корону Юдхиштхира Махараджу. Сам из рук самого Кришны эта корона, то как можно подумать, что там кали находится? Krishna giving this crown to Yudhishthira Maharaj. Кришна собственноручно дал корону Юдхиштхира Махараджу. После его ухода он подумал, что Парикшит Махарадж самый достойный, и вот он возвел его на трон и корону передал. И как можно Но думать, что это золотая корона, это причина Кали. То есть это причина его оскорбления. Нет, это не так. Нигде в комментариях наших ачарьи можно нельзя найти ничего подобного. Говорится, что это совершено Йога Майя. Йога Майя, она организовала это все так, чтобы случилось, что Парикшит Махарадж отправился в Шукартали, чтобы слушать Бхагавад Катху. И говорилось также, что Парикшит Махарадж, когда шел на Шукартал, богатство. Бхагаватам говорит, что этот царь Парикшит Махарадж, он оставил свое, он был несметно богат. Он оставил, ну, подобное испражнением все свои богатства, все свои. Sanskrit is written Jahu Malabat. В этой шлоке описывается, то есть, ну, подобно испражнениям он оставил эти, ну, богатства. So how you can, you have desire to see? No. То есть таким образом ходим в туалет, но особо, ну, не любуемся испражнениями, которые уходят из нас, такие он оставил свое богатство и забыл про него. Kind of quality, и вот если мы обретем такую непривязанность, то тогда можно сказать, что да, вы достойны. Иначе нет. И много всякой апасиданты вокруг Бхагаватам. Люди говорят какие-то вещи несовместимые с Бхагаватам. Например, что Вритрасур потерял бхакти и упал. How you can speak как like это that? Можно говорить об этом? It's not Siddhanta. Это не Сиддханта, это Парикшит Махарадж. Вишванатха Чакравати подпишет. It is like что that, это как that Satguru Raja, I mean, who was there? Chittagadu Raja, it is somebody explained this way,
He is passing remark about Vaishnavanam Jatha Sambhu, Paramahansa Vaishnav, Shambhu. So wrongly misinterpret, that's why he fell down. But this is not correct. Неправильный упал, но это неправильно, это ложное суждение, поскольку как можно говорить об этом? Например, в вашей жизни, если вы какую-то ошибку совершили, лотосным стопам Гуру Вайшнава, вы можете найти, то есть ваше сознание, оно опустилось. If you make any operat, big operat, you yourself you can calculate. Какое-то оскорбление, то есть вы, my consciousness going down. Сознание ваше упадет, то есть вы не сможете чувствовать того блаженства, что было раньше. That is the evidence that you have done mistake. Это свидетельство того, что вы совершили какую-то ошибку или оскорбление. But that is not the case with не случай с Вритрасурой. Maybe Может быть, Читракету Раджа он принял форму Вритрасура, но в форме Вритрасура он выражает свою Бхагавад-Сиддханту превосходным образом. И Индра, он был поражен, поскольку, смотрю, ты демон. Как ты можешь говорить настолько прекрасные вещи? Полные, но мудрости. Как мы смотрим, ты какой-то страшный демон, а такой говоришь, как святой. Согласно Бхагаватам. И как это возможно? Бихайо асурабхавам, асурамбхавам, махапурушатам гатаха. Behind Asuram, I don't find any Asur Bhav inside you. Внутри тебя мы не видим никакого Асура. What's that? И что это? Как это возможно? How I can calculate? Как я могу посчитать? That's why I tell. И вот поэтому я говорю, your calculation cannot stand here. Подсчеты не могут быть на пути. По пути, на пути к абсолютной истине ваши умственные размышления, какие-то подсчеты, они не могут препятствовать ей, то есть не могут помочь. То есть это такого сиддханта. И вот в форме асура, демона, он был внешне в теле асура, но поскольку Деви прокляла, что ты станешь демоном. Okay, Devi. И вот хорошо. I am not paying dandavat to you. Я не плачу. To take you back your curse. Но я не хочу. Give me this curse. Возвращать тебе твое проклятие. Я готов принять его. But. Но. Any life, if I leave this body and go enter into any life, I mean anybody. Poshupokhi hoye taki swarge ba niraye tobo bhakti rohu bhakti bino dehidaye. Maybe Krishna give me a bad life, but still I can hear the song of Narottama Thakur. I can see here Gopi Kala visited there. Vrindavan, those bihaga, they're shedding tears. Those birds, they're shedding tears. Very nice, nice. Very nice. Aha, Vrindavan. Ну, суть в этой шлоке, что какое бы рождение не дал нам тело, но мы должны быть всегда преданными Кришне. When Krishna playing on flutes, going to take milk from mother, cow. Кришна, он собирался принять молоко от матери. Coming, then he leave drinking milk. То есть пил молоко, но когда услышал этот теленок звук Кришны, он начал, перестал пить молоко, начал слушать этот звук флейты Кришны. So nice, it is really very nice actually. So now, how I can understand? Как я могу понять? Что Вритрасур не потерял свою бхакти вообще никак. Вритрасур ученик Санкаршана. И Махадев Шанкар Бхагаван, он ученик Санкаршана. Но братья боги. И Деви не смогла понять это. Шанкар Бхагаван, он никак не разгневался, это только Деви разгневался. Шанкар Бхагаван, он
понял все это и не это. Не разнивался его никак вообще. Шанкар Бхагаван хотел доказать, что... Ну, показать, что он не предан. Those who are having big property, they always try to conceal. Тому, как есть какие-то очень богатые люди, они, ну, не выставляют все это на показ. Ну, не говорят о своем богатстве. Так, если Чайтанья Махапрабху, то есть говорит, что если вы стали очень богатым, вы свое богатство не, ну, не кичитесь им. То есть вы просто ну, показываете, что там ничего нет, просто там немножко там есть. Прем дхан вина даридра живан дас кори бетон море дехо прем дхан. I'm very poor, oh Lord, make me your servant and give me the treasure and sampatti, property. Дас кори дехо море бетон прем дхан. Прем дхан вина бертхо даридра живан. Чайтанья Махапрабху speaking. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, что я очень беден. О Кришна. Прем дхан вина, without прем дхан, прем property, my life is useless. I'm very poor. То есть без премы моя жизнь бесполезная, потому что сделай меня своим слугой, плати меня премой. Сампати is прем. Not your bank balance, not your богатство это любовь к Кришне, это према. Это настоящее богатство, поскольку все остальное, оно останется здесь. Даже если вы не хотите жить, но, не хотите оставлять какие-то материальные вещи, то во время смерти вы вынуждены были оставить. И почему? Почему не оставить это сейчас, поскольку ну, все равно вынуждены будете оставить, поэтому можете оставить прямо сейчас. Вам проще жить дальше будет. И вот как Парикшит Махарадж. Somebody say, I can take 1 month's time. Within that I can calculate how to distribute property this that then I can come in bhajan. But bhajan is not говорит, like that. Ну, что я могу там что-то подумать, как жить дальше. Kind of test, вот через месяц я приду на путь бхаджан, но нет, бхаджан это не то. Если вы who care man what property is there in Bombay, that is there, who care? У вас появится вкус к бхаджану, то вы оставите все постороннее вот прямо сейчас, в эту же секунду. И вот смотрите, Вритасур, он не потерял никакого бхакти, все бхакти. Вритасур, атма из авинаси, оно уже в нем. Душа, она вечна, он просто потерял тело. А преданность, она с душой, соответственно, а не с телом. И вот, соответственно, Индра Махарадж, он не полностью, но все-таки начал понимать, что, что ты выглядишь как демон, но внутри мы находим, что ты Махапуруш, великая личность, которая говорит такие вещи полной мудрости. Даже Девраж Индра не смог понять это. How is that possible? Как это возможно? So this is Siddhanta. И вот такого Сиддханта. Now I, вот I come back to this point. Я возвращаюсь к Парикхит Махарадж, что Парикшит Махарадж. Парикхит Махарадж expressing this doubt. Он сомневается. So if we can calculate, if we can get и total вот, answer, если мы... satisfactory answer. Апто кама жодипати хи крутавану вай югупситам. He is self-satisfied, we heard, мы слышали, что он самоудовлетворен, но почему он... совершает всякие паракия расы, но общается с женами других мужей, и Шукадев Госвами говорит «нет». Смотрите, очень важный вопрос, вы должны помнить его. Самстапанаю, дхармастья, прасамаю и тарасача. It is a duty of Krishna, Supreme Lord, to install dharma. Why he is going to break dharma himself? Дарму, а почему он сам не следует этой дарме? Я не могу понять, и поэтому о Гурудев спрашиваю тебя, поскольку он сам утверждает принципы дхармы. Аватирнахи Бхагаван Харидисвара. Сакатам дхармо сетунам бхакта картави ракшита
Pratim acharat brahma paradaravi marshanam. He is playing with the wives of different gopis as a lord. Почему он общается с женами других мужей? Это очень плохо. So satisfaction to get satisfaction answer we must discuss all the secrets. И он один единственный верховная личность во всех этих бесконечных вселенных. There is only one single То есть Кришна единственный наслаждающийся, единственный. Who is going to pass judgment that Krishna is making mistake? А кто может сказать ему, что Кришна совершил какую-то ошибку? Кто будет судить его верховного авторитета? Nothing is То есть никого нет выше его. All Mahabhagavat can see everywhere Krishna. Mahabhagavat he cannot see his beautiful lady Krishna, sitting there. Может не видеть, не может видеть ничего постороннего. Mahabhagavat никогда не может увидеть что-то, кроме Кришны. Увидеть, что Кришна присутствует в каждом. И вот Рамананда перед Махапрабху объясняет сердце Сочетания Махапрабху. Рай Рамананда говорит, что ты сидишь внутри моего сердца и находишься на моем языке, и ты говоришь славу самого себя. И в то же самое время ты слушаешь, кто я, а я просто инструмент. Инструмент может лежать там 10 лет, но если ты возьмешь и будешь работать мной, играть на мне, то есть этот инструмент может явить некое чудо. Просто инструменты могут лежать, но если этот инструмент использует должным образом, то есть может показать нам чудо. И вот я подобен инструменту, а ты мастер. Я просто игрушка в твоих руках. This way, you see, вот Srila Bhaktivinoda Thakur говорит, что It is flowing, overflowing. Вложил эту расу в мое сердце, так много расы, что она истекает из моего сердца, и ты слушаешь ее. So Parikshit Maharaj, first question you must remember. Parikshit Maharaj, the first question that was. Parikshit Maharaj speaking. Parikshit Maharaj, Krishna is not doing properly. Он не делает правильно. Поскольку он как бы утверждает дхарму в этом обществе, но он не следует своей дхарме, которую утвердил. Как можно понять это? Нехорошо. И когда Шукадев Госвами отвечает на этот вопрос. Гопинам, тадпатинам ча, сарвешам ева дехинам, я антасчараха свадьякхя, кирана нехо деевак. Э, Парикшит Махарадж, be careful. О, Парикшит, будь осторожен. That Krishna is sitting inside the heart of everybody. Находится в сердце каждого существа, каждого насекомого, каждого, любого существа в этом мире. That Krishna, be careful. Будь осторожен, слушай внимательно. Ты говоришь о том Кришне, который вездесущ, везде присутствующий. Он находится везде. No existence of this material you can find. То есть нельзя найти никакую часть этого мира, где бы ни было Кришны. Like Chaitanya Mahaprabhu говорит, что все расы прямо или косвенно не все исходят из Кришны. Direct rasa from Gopinath.
Indirect rasa is reflected rasa, which is seen in the form of hero and heroine. И такие непосредственные расы, и косвенные расы, они уже исходят, ну, отражаются откуда-то, и so, таким образом исходят. There, вот та, та настоящая раса, она находится в том мире, и в этом мире она просто отражение какое-то. So, Парикшит Махарадж, вот, Парикшит Махарадж, будьте очень внимательны. Парикшит Махарадж говорит, я говорю о том Кришне, Krishna, без какого Кришны, вся Вселенная, она была бы ложна. То есть Кришна находится там, и поэтому эта Вселенная, она как-то существует. И без Него мы потеряем все наше существование. И этот Кришна, он находится в сердце всех живых существ, не просто всех существ, он везде существует. When Hiranyakashipu was asking in front of Prahlad, hey, why are you speaking tall talk? You are speaking big, big thing, philosophy. Ну, так много говоришь, can you show Krishna is there? Высокие слова. Можешь ли ты показать Кришну внутри этой колонны? И Прахлад Махарадж смиреннейшим образом сказал, да, отец, о царь. You can find Krishna also here inside this. И тут тоже есть. Pillar. Ah, really? Oh, if I cannot find, I can cut your head. Ну, не найду, я тебе голову отрежу. Ну, вот он ударил колонну, и колонна раскололась. И вот из этой колонны вышел Нарисим Хадев. И вот мы должны помнить Нарисим Хадева, мой Гуру Махарадж всем давал такие наставления, что всегда помни Нарисим Хадева, Прабхупада и Гурудева. Но Гурудев не говорил, но просто его надо помнить. Я говорю, что нужно помнить Шилу Прабхупаду, Нарисим Хадеву, и тогда никакое вожделение, никакие горести, никакие проблемы они не придут к вам. Будьте свободны от всех пороков, от всех проблем. И вот мой Гурудев говорил это, что нужно помнить всегда Нарисим Хадеву, Шилу Прабхупаду. И вот в Бхагаватам описывается «Сатьям бидхатум нижавитта васитам». Prahlad speaking the truth. И Прахлад говорит истину, да, чтобы доказать это, Нарисим Хадев явился из этого, из этой колонны, чтобы доказать, что мой преданный Прахлад сказал правду. Я нахожусь в этой колонне, я везде слышу, даже в любой пылинке можно найти, Кришна находится там. Везде, он везде слышит. И вот understanding, это I mean, понимание Сиддханта должна быть в нашем сердце. Если вы можете осознать это на 100%, никакого вожделения не придет в ваше сердце, никаких желаний. Вот прямо это чувство должно быть в вашем сердце. То Кришна везде. Почему вы смотрите на каких-то мужчин, женщин, стариков или молодых? Все неправильно. То есть наш даршан, он неправильный. Как тигр, например, если смотрит на вас, и тигр может подумать, что вот сегодня хороший обед ко мне пришел. Если саду какую-то посмотрит на женщину, он будет видеть мать в ней. Тигр, у тигра другая точка зрения. Змея или еще кто-то, но они смотрят. То есть мы видим что-то, но анализируем, получаем, наше видение отличается от видения других. Согласно вашему осознанию, ваш даршан, ваше мировидение, мировоззрение, оно будет согласно вашему уровню развития. Understand from heart, that's right. So first point you must understand. Вначале всего вы должны понять, что there is only one and single hero around. Единственный Кришна, он единственный герой, единственный наслаждающийся, единственный властелин всего, что можно вообще быть. И эти все гопи, они все его внутренние энергии.
But Parakya Bhav Но Паракия Бхав, is 100% perfect. Она на 100% совершенна. Но почему Джива Госвипад, он пишет, что хотя это Паракия, Сакия тоже там находится, и Джива Госвипад, и люди думают, что он не следует Рупе Санатане. Это их большая ошибка. Эти люди подобны животным, которые говорят эти грязные заметки о Джива Госвами. Своих суждения о том, что Джива Госвипад не следует своему гуру, это ложь с начала до конца. Поскольку его сердце оно на 100% находится в учении Рупы Санатаны, даже в во сне он никогда не думал от как-то отклониться от их Сиданты. Даже кто-то спросил у меня, почему Рагхунатха Госвами он Прайоджита Ачарья, а Рупа Госвами он Абхидея Ачарья, и в чем проблема? А Рагхунатха Госвами, он говорит о себе, что я Рупануга. Рагхунатха Госвами, он сам говорит о себе, что я Рупануга. И что можем сказать об этом? Я говорил, что в обусловленном состоянии ваш санкиртан, но это ваш баджан, садана. В обусловленном состоянии, может, вы даже на 80% освободились, но на 20% все уже обусловлено. Ваша санкиртан – это садан бхакти. Но когда Шрила Прабхупад совершает санкиртан, когда Шрила Бхактивинода Тхакур совершает санкиртан, санкиртан – это не садан, это садья. Это цель. Секретная сиддханта такова. То есть, если для нас это саддана, а для них это цель. Когда Мадхавенда Пурипад совершает санкиртан, с этим санкиртаном сам Кришна присутствует там. Why Chaitanya Mahaprabhu inside Chaitanya Mahaprabhu внутри Гамбхиры говорил об этом? Why Рамананда Сарвабхаума speaking? Рамананда говорил, Говинда ночью разгневался, что уже поздно, уже полночь, но... You take rest, Prabhu. What do you mean by rest? Но Махапрабху говорит, ну что значит отдых? You know my condition? Ты знаешь, в каком состоянии нахожусь, когда слушаю Харикатху, это я отдыхаю по-настоящему. И когда уходишь от меня, я когда вы уходите, я не знаю, что мне делать. Nose fracture, running here, Krishna's there. Просто... Make a bounce with wall, blood coming. Prabhu, what you are doing? Govinda crying. Prabhu, what you are doing? Blood coming. I cannot stay. Махапрабху чувствует, что Кришна зовет его, и но ему не может выйти, поскольку его закрыли в комнате. Но Кришна, но Махапрабху так иначе он как-то ушел. Было там три двери закрыты на ключ, но так иначе Махапрабху как-то смог уйти. Anudghatto dara trayam bhitti trayam uru bilanga uchchai kalengik sarve madhya patita. Рагхунатха Дас Госвами пишет. Very nice. Очень прекрасным образом можете. Рагхунатха Госвами описывает это все. Anudghatto dara trayam. Three consecutive doors. Что три двери? Они все закрыты на ключ. The wall is very high. Nobody can jump. Эти стены забор очень высок. Но Махапрабху как ушел. И все преданные начали искать его. Куда же наш Махапрабху? Мы умрем без тебя. Мы не можем найти тебя. Sometimes Sarvadamodar Raramando with lantern, with hurricane,
going to see и вот они искали ocean, maybe в океане, где может Махапрабху в океан ушел, или на Чатакхават, и в общем искали, искали. Вокруг Джаганнат Мандира ходили, и вот нашли еще Махапрабху. Где-то там лежит. All hands and legs going inside body. И всего. Like tortoise. Ну, стал подобен черепахе. Его руки и ноги, они вошли в тело. Even you can find this kind of bika. То есть это так, один из признаков. In dream, in no scripture, in whole universe, you cannot find this kind of system which Chaitanya Mahaprabhu is showing. То есть нигде, ни в каких писаниях не найти. Impossible. Но то, что являло Махапрабху, это невозможно. They find они нашли, что wall is there. Большая стена, three doors, lock and три, key. Три двери закрыты на замок, но Махапрабху как это все преодолел и ушел. Find, и вот так иначе, inside, cows, вот, в общем, где-то лежал, и коровы ходили вокруг и лизали его. They are crying. И они начали плакать, начали совершать санкиртан, и тогда Махапрабху пришел в себя, его руки, ноги не вышли из тела, и где я нахожусь? Ты здесь. О, Господь, мы плачем. Мы умрем без тебя. И как? Что делать? И Прабху говорит таким образом. Bilingo, bilango, uchai, kalengi, go, surubhe, mantapatita. It's written by Raghunath. Now Raghunath I give proper Goswami answer to you. Говорит, why Raghunath Das Goswami identifying himself, I am вот, Rupanuga. So what? Вот Rupanuga, avidya. But that, with, through that avidya, directly you are getting pressure. So that kind of avidya, Goswami. So you can understand, you think, why is avidya tattva? Почему он Абхидея Таттва Ачарья, а Прайоджан Таттва Ачарья? Хотя Прайоджан Таттва Ачарья говорит, что он Рупануга, он последователь Рупы Госвами. Если какие-то вопросы у вас, то есть он сам говорит, что Рупануга, и Джива тоже говорит, что он Рупануга. Почему Джива Госвами Пад? They have the 100% chance to misunderstand Krishna. Поскольку, ну, обычные люди, у них практически 100% вероятность, что они неправильно поймут Кришну. И чтобы избавить их, ну, предотвратить их оскорбление, он должен был говорить таким образом. But actually, Sakya and Parakya, those two points. Sakya и Parakya. That's Parikshit Maharaj speaking. И вот Parikshit Maharaj говорит. Aptokam Jodhupati Kitabhanava Jyugusetam, why? All different ladies, I mean, they are wives of different gopis. То есть эти, ну, гопи, они жены разных мужей. That's why Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami speaking, inside the heart of Sukadeva Goswami отвечает, что внутри сердца каждого, ну, мужа гопи, гопи, гопов, Кришна присутствует там. И в сердце гопи тоже Кришна присутствует. Everywhere Krishna city. И вот Кришна везде находится. So you understand, you see. When gopikas, they're singing Gopi, about Krishna, that Krishna, is not sadhana tattva. Это не sadhana tattva. Sadhya. Это sadhya. Это их цель. Sankirtan, и этим санкиртаном Кришна, он вынужден явиться там. Maybe вынужден you cannot прийти. See. Вынужден because прийти. It is the commitment Может, given by Narada. Не видите, но это... When there is perfect sankirtan, Narada сказал, Krishna is что present there. Когда совершенный санкиртан совершается, Кришна присутствует Krishna там, и Кришна не может избежать. Krishna is bound to come there, where sankirtan вынужден or devotees явиться there туда, где все преданные совершают санкиртан должным образом. Krishna is bound to come there. Кришна вынужден явиться там. Вы не можете видеть, Кришна есть шакти, некое... is called self-manifesting power. Свойство он может сам, самопроявиться. И вот Джива Госвами Пад Сандарбхе говорит, что если Кришна не самопроявится, то вы его видеть не можете. И вот пример Шри Махапрабху перед Радхой Джаганатха, он танцует семь сампрадай. Семь групп танцует вокруг Махапрабху, он присутствует во всех семьях. You are my that Paranath, for whom
тот пранат, ради которого я плачу день и ночь. И вот сейчас я обрел тебя, я не оставлю никогда. I can put you inside my heart. Я закрою тебя в моем сердце, ты не сможешь уйти. И я посмотрю, как ты сможешь уйти. Сурдас ди. Он speaking the same Siddhanta. Говорил. Сурдас ди, externally he is blind. For considerably 80 years, continuously Сурдас ди went вот to Сурдас ди. Он отправлялся в Натхадвар, в Джатипур, и пел перед Кришной. He is making kirtan himself. One day he fell down into one well. Однажды он упал в некий колодец. And instantly, oh Krishna! И начал кричать, о Кришна! И Кришна явился и схватил его и вытащил из этого колодца. Then he also catch that man. Тоже схватил Кришну. He also catch. Hey, why you are catching me? И Кришна сказал, ну куда? Зачем меня схватил? Нет, я тебя не оставлю. Нет, оставь. You are my Krishna. No, I am not Krishna. Кришна, I'm coward boy. Не, я не Кришна. I find you, просто поспешил, so мимо проходил, смотрю, ты упал и решил тебя вытащить. Нет, не отпущу. Then Krishna, bump, и Кришна взял, но вырвался и убежал. И вот он начал плакать. You are going away, leaving me. You think I am weak? Оставил, okay, you can go. Но меня. If you can go out of my heart, then I can find you are actually powerful. Но если ты сможешь уйти из моего сердца, тогда я поверю, что ты действительно всемогущ. Хат чура ке жате хо, нивал жан ке мохе, бруджваси, аса. Хат чура ке жате хо, нивал жан ке мохе. Хидай се жаб жаоге, таб сабал жану ме тохе. Хаат шура ке жате хо, сабал жану ке, нивал жану ке мохе. Хидай се жаб жаоге, таб сабал жану ме тохе. Otherwise you are not powerful. You are weak. This feeling. So Chaitanya Mahaprabhu now is seven sampradaya dancing. Он находится в семи сампрадаях. Nobody can see. Никто не может. Only 2 or 3% видеть только 2 или 3 человека. Царь Пратапарудра, Сарвабхаума Бхаттачари, еще кто-то. Эти три человека, могут видеть, что Махапрабху танцует в семи сампрадаях одновременно. Это Свапракашата Шакти называется. Йогамая это все организует. Nobody can see. И никто не может. Everybody in Chaitanya Charitamrita written, or sampradaya they thinking, Prabhu only dancing in our sampradaya. Because все думают, что Махапрабху нас очень любит, и поэтому в нашей сампрадае он танцует с нами. But they three can watch. Но только три преданных могут видеть, согласно желанию Махапрабху, Йогамая все организовал и открыл их. Видение, что они, подобно телевидению, как если переключить на какой-то канал, мы не можем остальные видеть. Но только для трех преданных было, они могли видеть все сразу, что происходит. А другие думали, что Кришна только с нами танцует. И вот таким образом. И вот вопрос в том, Парикшит Махарадж спрашивает, и как ты можешь думать, что это как-то плохо, незаконно, это неприлично? Если Кришна общается с женами чужих мужей, поскольку Кришна вездесущ. То есть это для Кришны все закон. И поэтому те мужья этих гопи, они Кришна присутствует в сердце. Это для Кришны все хорошо. Two contradictory qualities can stay very nicely. То есть, in a very adjusted way in Krishna himself. В Кришне могут два качества, взаимоисключающие могут быть в нем. Two contradictory qualities. Ни в каких аватарах нету, что Кришна сам может наслаждаться всем миром, и Кришна полностью отречен. Как это возможно? То есть эти два взаимоисключающие качества, они могут гармонировать только в Кришне, и этот Кришна совершает Расалилу, и этот Кришна, Чайтанья Махапрабху, он полностью отречен. So what? И вот что? Кришна can so everything.
All in complete, Krishna is complete. То есть Кришна полностью полон в себе, нет никаких недостатков у него. Nice problem. There is no problem actually. So Krishna is there inside the heart of everybody. Krishna is the unique and single hero. Кришна уникальная, единственная личность. Нет ничего плохого в том, что он совершает Расалилу со всеми гопи. Йогамая, суть в том, что сейчас времени мало, мне нужно идти далеко достаточно. И потом дальше я могу вернуться и продолжить более глубоко объяснять. This point I can explain more in details from different angle. I like to discuss this point. So this way, you see. И вот смотрите. Now point is that. Суть в том. In Golok Dham, Golok Vrindavan. Голоку Вриндаване. The supreme abode. Это верховный обитель. Есть. Krishna's lila going on. Кришна лила на происходит там. Всегда. And in infinite Brahmanda, Chaitanya Mahaprabhu giving бесконечная... teachings to Sanatan Sikha, Chaitanya Mahaprabhu speaking. И вот Махапрабху говорит Санатане, что Кришна лила вечна, а как она вечна, никто не может понять, как вечна, я объясню. И вот Махапрабху говорит Санатане, о Санатан, в бесконечных вселенных, в каждой вселенной, каждую часть секунды можешь найти, что Кришна является, там явление Кришны происходит во всех Брахмандах. This moment, some Brahman in some Brahmanda, Krishna taking birth. То есть вот в данный момент в какой-то Брахмане Кришна является. Krishna is now. Каждая лила Кришны она. Very small baby. То есть Кришна. Now growing. Путана лила, Агасу лила, Бакасу лила. Все эти лилы они каждую часть секунды они где-то происходят. Every fraction of second, all lila, there's nitya. All lila nitya. То есть они все вечно происходят. Maybe this Brahmanda Krishna. То есть может вот из этой Брахманды Кришна уже ушел 5000 лет назад, но but now в другой Брахманде он где-то родился или уходит или еще что-то делает, так и лила Махапрабху. Она тоже вечна. You know, in Brahma Sangita, Брахма Сангхите я like so говорю, хочу рассказать очень много вещей. И вот из Брахма Сангхиты, иначе Чайтанья Махапрабху не сможет простить меня, если я не смогу оставить должное впечатление в вашем сердце о Кришне. То есть, если моя сиддханта, мой характер недостаточно хорош, если мое поведение тоже не соответствует с Кришной, не простит меня, и поэтому я должен... делать so должным образом. И вот в Брахма Самхите говорится, что Брахма, он смотрит все бесконечные Брахманды. Что Брахма увидел, этот Брахма он описывает. В четырех слогах Бхагаватам, what Brahma saw, Кришна manifest himself. Джабана ахам ятхава яджадру татейва вигьяна маслуте мадану грахат. Without my blessing, you cannot get it. By your personal effort, ты не можешь обрести это своими собственными усилиями. So in infinity Brahman, и вот бесконечный Брахман, Кришна является своей лила. Now each fraction of second, и вот каждая часть секунды, every lila, it is also nitya. Все лилы они вечны. But in Golok Vrindavan, Голока Вриндаване, the supreme abode is Bhaktivinoda Thakur speaking. There is no difference between this Vrindavan говорит, что нет разницы между этим. Golok and Gokul. Голока, no difference. Same. Гокула и Вриндаванам нет. Only the thing is разницы, that единственная разница, что Голока Вриндаван coming here in this является в этом материальном мире. It is like that. We are как, going to Mathura by train, мы едем в Матхуру, но Mathura is поверьте, not что attached Матхура, with она никак не соприкасается с этой землей. Mathura is not attached Матхура, with this она никак не соприкасается, она слегка как-то там висит над землей. Loosely. Так слегка соприкасается. Так и Навадипа, настоящая Навадипа, она не прикасается к этому земному миру. Но можно найти какие-то отели и прочие разные места. Но Бхактина Таку говорит, что кто говорит об этом. Я не вижу ни одного отеля здесь. Nothing there. Who told?
Кто сказал вам? И это из Махамая, она показывает, что это не дама, какая-то земля, деревня индийская, в какой-то глуши. В Брахмасамхите описывается, читание, говорится, что Навадвипдама – это Шветадвипа. И внутри Вриндавана Кришна является лилой с гопи, а снаружи Шветадвипа. То есть это просто дополняет Кришна лила. То есть это exact explanation of Krishna lila, if you like to understand, Lila then Mahaprabhu you will have to follow Chaitanya Mahaprabhu. Total exact lila. Explanation you can get. Из этого, можно понять все, что происходит в Кришна лиле, и вот это все это движение происходит. Chinta mani pagras sadma bicho lakshabhito suturobhirobhi palayantam is written there. All gov govigapannito Krishna is playing there. Always playing there. But keep careful. Но будьте очень внимательны, осторожны. There is no putana, нет путаны, no агасур, багасур, ни агасур, ни камсы, никого нету. Nothing. But that feeling is also there. Но это чувство, оно есть. Гопика speaking in front of Krishna. Говорят, well, Krishna, we can go to Mathura and speak. Хорошо, мы отправимся в Матхуру и пожалуемся камсе у тебя. You are being God. Что ты делаешь, ну, okay, что-то не так. Go? Ну, хорошо, идите, that желайте. Kind of feeling is rasa, is это, rasa, это, слушайте внимательно. Feel, то есть это чувствовать надо. All rasa, вот rasa is there, intact rasa. All rasa. То есть rasa, there in Golok Vrindavan. Голок Вриндаване. Голок. All rasa there. Вся rasa там находится. Если подумаете. If Yasodama think about basala rasa, automatically flowing rasa rasa. То есть она подумает о Васале Расе, она ну, явится в ней. Instant all rasa coming то есть это, and giving result. Голок Вриндаван, все расы, они original rasa there. Находятся с ну, изначальной расы. There is там, no kamsa. Нет камсы. Not that Kisho going to take bath in Golok Vrindavan. Что, ну, there is only Navakisho. Там Кришна, он Навакишо. But still all но rasa так, is there. Или иначе все расы присутствуют там. Гупал, мой Гупал, лавон. Еще доплачешь, что Гупал ушел, но это чувство, это раз оно явится там в первозданном виде. Со всеми этими гопи мы можем сказать, что Джива Госвамипад, он прав, он полностью совершенно свой Сиддханте. И эти гопи Бома Вриндаван, это значит земной Вриндаван. Когда Вриндаван явился здесь, то мы увидим, что Кришна женится на Рукмини, на Сатьябаме. Мы можем найти. Но это ну, не то не совсем то. То есть эти гопи, там они их выдают замуж за какого-то гопа определенного. Now detailed discussion we need. Ну, йога, в общем, йога-ма это все организует. Как следует. How is that possible? И, ну, это долгая тема, нужно Shadone, долго обсуждать, как это становится Shadone, возможным, что... Сиддите пайветаха. Нортамада вы спикинг. Вот так вот он так вот говорит, что когда вы совершаете садхану, все, о чем вы думаете, это, ну, все придет к вам. Джам-джам-ба-опи-сваран-бхаван. Тежати-анте-калеварам. Тван-тан-танг-тан-пуйбо. Кантио-тад-бхава-бхавит. Джам-джам-ба-опи-сваран-бхаван. According to your, вот, you know, bhajan, what you think, думаете, when you are doing sadhan bhakti, you can, when bhakti, you are siddha, you get siddha. So if there is any manipulation, any falsehood, all finished, background. Many, many thousands of devotees, they are going down and down. Because they are not getting perfect siddhanta, prophet guidance. Just exact guidance given то есть очень ну, важно получить должное руководство. Иначе, если мы не будем следовать всему как следует, то мы пойдем на этом пути.
As gopi in Vrindavan, you cannot take part permanently into the Leela of Krishna. How is that possible? How it happens so? Then I can give example, one by one. What Jogmaya did, what kind of nice, you know, vichar, siddhanta. You are going to leave body now. Suppose you are siddha. Then if you put question in front of me, Maharaj, when I am siddha, then what I can get? What I can get after I leave this body? Vastu siddhi. Vastu siddhi. То есть, например, тот сказал, что если кто-то уже достиг совершенства и оставляет тело, то что он получает? When you break your body, I mean, linga deha, bango, ay, anayase. Jaya Jaya Harinam in this kirtan, you must do. Ну вот в этом киртане говорится. Understand? Otherwise you cannot follow me. I can speak so much thing, but you cannot understand, digest. Linga deho bhango hai anayase. Bhaktivinoda Thakur speaking. Vachila Bhaktivinoda Thakur говорит в этом киртане, посвященное намаштике. Парататта акшара ака. Хари киртан. Total kista you are. When I give you 7 days time, 5 days time, in between you will have to digest. Otherwise, you cannot come out successfully. Very careful. Then, it is written, Ishad Vikashipuno Dekhai Nijo Rupaguno Chitta Hari Lai Nijo Pas. Hey Krishna, when I am chanting Harinam, then gradually Харинам, like flower. Постепенно... It is in bark form. Как... Then as such gradually, Распускается как цветок, и этот бутон он распускается. Yeah, его. Speaking, и Шрила Бхактивинода говорит, what I spoke, Siddhanta, self Siddhanta. Бхактивинода speaking, нам бина кичу нахи ко ар, чоддо бхубано мази. In 14 worlds, there is nothing except Harinam. Во всех 14 мирах нет ничего бы более ценного, чем Харинам. Only one single thing, Нам. And through Нам you can get everything. И через Нам Харинам вы получите все. Question is that, вопрос в том, if I get Vastu Siddhi, если я получу Vastu Siddhi, что дальше случится? What happens? Then you can break your Lingo Deho, Karan Deho. Who is responsible for your birth? This birth, that birth, you are going, changing your body. Lingo Deho, it is called? Subtle body and fine body. Fine body. То есть есть тонкое тело, грубое тело. You will have to break, rapture. И вот и нужно... Bhaktivinoda speaking, you will have to break, rapture, this Lingo Deho. Then break, есть, когда мы избавляемся от этого тонкого грубого тела, мы where? Выше. Кришна can show куда? You for fraction of second. Кришна может показать вам на his appearance, I mean, часть, мельчайшую часть секунды, он может явиться give перед вами, даровать вам даршан, according to your mood, и согласно вашему расе, вашему ну, after that again stop. Like Naraji Maharaj. Вашему ну, баджану, он покажет себя, явит себя в каких-то отношениях с вами и исчезнет. Как Нарада, он говорит, написывает, что Кришна явился передо мной и ушел. Hey, don't cry. This life you cannot see me again. И голос to give you, to attract you. Ну, Кришна явится нам и некий божественный голос, что я дал тебе свой даршан, чтобы ну, дать тебе вкус, ну, как ко мне. И вот потом, в следующей жизни, я, ну, уже ты можешь достичь меня. Сейчас я просто ну, явил тебе пример меня. И вот, смотрите, и вот Кришна даст нам даршан на часть секунды и уйдет. И что случится? И описывается... И этот дживатма, если она находится в Мадхурасе, Манджари Бхаве, или еще где-то, она... Я...
Она родится уже в... Krishna Lila is Nitya, all infinity Brahman. Ну, там в Krishna Lila. Where Krishna Lila is going on, according to your mood, там, где идет Krishna Lila, согласно вашему настроению, вашей бхаве, она даст вам рождение в том Вриндаване, либо в том конкретном месте. Without taking birth in Vrindavan, relationship with Krishna, how you can say? Is my mother... Is my husband, is my wife, eh? Ну и поэтому, но не родившись во Вриндаване, то есть нельзя испытать настоящее отношение с Кришной. То есть нужно будет родиться во Вриндаване, но не надо долго ждать. То есть Йогамая все организует. То есть вы родитесь там из чрева какой-то гопи и... Вы уже будете в Кришналиле, это очень такая сокровенная сиддханта. И вот чтобы... И вот в следующий раз я расскажу о том, что, ну, докажу, что Джива Госвами Пада находится в полном согласии с Рупа Госвами. И вот смотрите, первая шлука, которую я сказал, ну, из Южной Индии, царь был Кулашекар, звали его. Манахо вишату манасараджамса пран праяна самай кафабату питвай кантаваруданам виду бхажанам кутосте бхажанам кутосте ванча карпадурусти кипасинда бхавача патитанам павана бхавача бью намо намо. So I'm going on. Any question? Mahaprabhu came in right above. So one is experiencing those vikar, those transformations. Махапрабху был в настроении Радхарани. Actually, он являл какие-то симптомы. И вот я могу сказать, что признаки Радхарани, они великолепны. Никто не может представить. И все же признаки явились в Махапрабху тоже больше, более усиленно в виде. Те же самые викары, они явились в Махапрабху. Но я могу сказать, не просто такие же, а еще больше. Но Махапрабху никогда не говорил о себе, как Радхарани, никогда. Radha Baba is there. He always expressed Manjari Bhava. Он выражал Манджари Бхава. Direct enjoyment is not there. Chaitanya Mahaprabhu never think that. So if you think that way, I'm Radha is great offense. То есть если думаешь, что мы оскорбление большое. We can follow her. Мы можем следовать ей. We cannot think I am. Мы не можем думать, что мы Радхарани, это глупо. It's offense, big offense. Это большое оскорбление. I can discuss this. Я могу дальше обсуждать, но пытайтесь это осознать. What I discuss, it takes long time to digest. То есть то, что я говорю, но долгое время, но чтобы it takes long time to digest. Even months, 1 month if I give you cannot digest. Месяц не может думать и понимать. By asking 2 hours, if I ask a question, 2 часа, если я спрашиваю какой-то вопрос, далеко не каждый может ответить. Otherwise, you can prove someday that Maharaj is cheater. I am not cheater. Maybe I can stop speaking. Могу, but I'm not ну, чтобы... Be careful. So you do kirtan. Нужно осознать то, что я говорю. Time I'm going to.